Привет, ребят. Сегодня тренировка груди у меня. До турнира первого в сезоне остается 4 недели. И, по ходу дела, для меня 4 недели это такой, не знаю, магический срок, и начинается возможность травм. Собирался рассказать вам про то, что произошел надрыв небольшой в руке. Не на тренировке, расскажу. По тупости, по глупости. Началась другая ситуация. Думал, съемка отменится. Сейчас ставил анаболоиды, катаболические, в общем, в раздевалке. И что-то пошло не так. Поставил в правую широчайшую, супер, отлично, прям масло зашло как по маслу. Поставил в левую, не смог доколоть весь шприц. Началась страшная боль. Думал, может, трен что-то не точит, покашляю и пройдет. Кашля нет, ничего нет, страшнейшая боль по всей широчайшей, аж онемение в руку. Минут 5 я реально корежился от боли, я потел просто волнами, с меня, мне кажется, вытекло пол-литра воды, полотенце все мокрое там вытирался, футболку снял, в общем, было страшно, больно. И, в общем, никому такого не желаю, сейчас потихонечку вроде бы отпускает, начинаю чувствовать руку, надеюсь, это повлияет на тренировку, можно нормально пожать. Первым упражнением я разминаюсь, у меня сведение, как видите, необычное, да, я в своем излюбленном стиле из статического положения делаю движение, то есть одну руку отвожу, вторую держу, грудь у меня в напряжении получается постоянно, и вот таким вот образом я работаю. По факту получается, что я выполняю в два раза больше работы мышечной за то же время выполнения подхода. Плюс дополнительная статика. То есть, где могу использовать такой метод повышения интенсивности, везде стремлюсь это делать. Еще и рука левая болит. Сейчас расскажу вообще такой бред, ребята, произошел у меня. Просто надо уметь остановиться. Или понять в какой-то момент, что не стоит рисковать. Ух, грудь жжет просто, не передать словами. Ой, в общем, прошлая пятница, или позапрошлая, катались с пацанами на мотоциклах, один человек заехал чуть-чуть передним колесом через поребрик, песок у ресторана, и, в общем, было ему не выехать, сидуха высокая, стоя на носочках, еще под наклоном, почему было не вытащить его мотик. Все, двое человек подошли, пытаются его вытащить, у них не получается, а я такой, ну я же сильный пацан, я же бодибилдер, ё-моё. В общем, надо всем показать, что бодибилдеры не просто мы такие надутые, а мы сильные. Что я делаю? Я говорю, сейчас я мотоцикл подниму. Не бог весь какой вес, на самом деле, мотоцикл весит довольно-таки легко. Думаю, там снаряженный вес с жидкостями, ну, килограмм 240. В общем, единственное, что его брать неудобно. За руль-то взялся хорошо, руль крепкий, и обхватить его удобно. А корма, задний смотик, просто браться почти не за что. В общем, зацепился, знаете, на разогнутой руке. Вот таким вот образом пальцем и держался, получается, не сжато. А такой. И получается, начинаю мотоцикл поднимаю, рука соскакивает, ударяюсь больно, потому что на пальцах. Берусь второй раз, чувствую боль. Думаю, боль от удара. В общем, я его поднимаю на себя, выхожу немножечко, ставлю. Ставлю мод, чувствую рейс в руке. Ну, все, разъезжаемся, приезжаю домой, рука такая опухшая. Первая мысль, ушиб. Хожу дня 4, она опухшая, болит сильно. Думаю, сильный ушиб. Проходит дней 5, и появляется, ребята, вот эта вот штука. Сейчас гематома начала проходить, то есть обширное кровоизлияние. Приезжаю я на УЗИ, соответственно, смотрят и говорят, вот здесь у вас, в этой точке, надрыв. Вот. Но факт, в принципе, я могу заниматься. Конечно, сказали, что нельзя заниматься, но какие варианты? Помазал там 3 раза троксилозином, синяка не было, а то все спрашивают. В общем, на самом деле, вы как обычно, учитесь на моих ошибках. Нахер вообще все это, не надо. Не надо вот там на турниках, не надо на руке, на руках бороться. Не надо машины поднимать и мотоциклы. И вообще, вот, вы крепкие ребята, и я крепкий, в принципе. И на самом деле, тупо непривычная нагрузка. Ведь единственная причина, которую я вижу, что произошла травма, то, что было непривычно, растянутое положение, растянутые сухожилия. То есть была бы рука сжата, как мы обычно тренируемся, да, сжатым кулаком, травмы бы не было. Но меня вот эта цифра 4 недели преследует, потому что отрыв груди полный у меня произошел, получается, уже прошло сколько, наверное, 2 года, да, 2 года прошло, ровно за 4 недели до Олимпии, которая должна была проходить в Испании.
Сейчас вот надрыв произошел ровно, практически за 4 недели. Ну, если быть точным, за 5 недель до турнира Олимпия в Португалии, куда мы едем. Ну, а про то, что это надрыв, я узнал, вот считайте, за 4 недели. Но, как видите, это не сильно мешает, поэтому ничего не скажу, что это может критично сказаться. Пока рука потекшая, нет, конечно, венозности на правой руке, но и не критично. Вот. Немного страшно. Уже была одна тренировка на спину тянущая, но я снизил просто веса и работал большей частью на объем и очень делал много пулловеров. Делал пулловеры с верхнего блока, делал пулловер на тренажере, сейчас я вам покажу. То есть в чем была цель, на самом деле, этих тренировок? Цель была такова, чтобы сократить нагрузку на предплечье, меньше тянуть в себе что-либо, но включать изолированность широчайшую. А у нас по изоляции широчайших-то на самом деле не все так, не все так просто. И поэтому было основных движений два. В многоповторном режиме это пулловеры с верхних блоков, вот отсюда, тяги на широчайшие. Потом я поработал вот в похожем на этот тренажер. Лёх, сними им картинку, мне лень делать. Как картинка, если вот так, короче, это работает. Вот так вот тут берешься и тоже опускаешь, давишь локтями. То есть основной факт в том, что давишь локтями, не включают в работу предплечья и работают широчайшие мышцы спины. По крайней мере, должны работать. Вот. Ну, а мы сейчас надеемся и верим, что все будет хорошо. И мне позволят сейчас тут неудачный укол тренироваться. Нам, наверное, позволят. Мы тут поработаем? А это не мешает. Главное, чтобы гантели не уронил. Это вот единственное печальное, если я его уроню нечаянно. Так, пойдем по. Я немножечко, видите, такой сушечка, поэтому попал тобой. Телефон еще куда положить? Телефон, кстати, работает. Звук пишется. Соответственно, жим гантелей. Второе упражнение, мое базовое упражнение для мышц груди. После отрыва я особо не лезу на жим штанги. Хотя, честно скажу, очень хочется. Если формы будут довольны, у меня будет плановый рефит на 3-4 дня. Он возможен. Кстати, если его и делать, то, наверное, на этой неделе, то я пожал бы штангу. Потому что чувствую силы, что обычно очень, опять же, опасно, когда ты чувствуешь силы и начинаешь их использовать. Пока гантели. С гантелями в рабочих весах я дохожу сейчас до 50 килограмм. Думаю, мы сегодня их пожмем после проверки веса. Начнем с небольшого отягощения. Ну вот несу гантели. Больно в предплечье. Прям откровенно больно. Ну, надеюсь, что я ничего не усугублю своими действиями, поэтому. В реальном времени. Что тут будет происходить? Большие гантельки мы не полезем. Если вы подумаете, зачем я постоянно поправляю наушники, то кто смотрит мои сторисы и инстаграм, знает, что Apple говно, AirPod 2 полное говно. Потому что да, у меня, естественно, последний, самый там дорогущий iPhone, эти странные наушники и так далее. В общем, они меня бесят. И вообще, в общем, эта компания незаслуженно дорого продает свои вещи. Но ничего не поделаешь, инстаграм лучше всего работает с айфоном. И реалии жизни и работы обязывают покупать этот вид техники. Так и живем. Мне нужны лямочки. Я не буду приматываться. Сейчас покажу, зачем я их использую. В чем будет сейчас прикол. На самом деле, жать уже сделал пару разминочных. Не снимали, потому что у нас мало батареи. Стремно носить гантели, обхватывать рукой. Поэтому придется пользоваться только правой рукой. Для транспортировки. Сказал вам, принесу маленькую хитрость. Жарко, немного руки потеют, и чтобы, так скажем, этот момент нейтрализовать, конечно, у нормальных людей есть магнезия, но
Вообще у меня она, кстати, тоже есть, но она дома просто лежит. Ну вот можно таким образом примотать просто тонкие тряпичные лямки. Они пусть и сделают гантелю, рукоятку, чуть шире, но считаю, что это прям не настолько криминально она будет толще. Зато она будет менее скользкая. Ну и надеюсь, нам это, ну как нам, мне, по крайней мере, поможет. Ух, ребят. Ну все, теперь поработаем с гантелями, с адекватными. Теперь нужно их будет поставить на место, еще подходит впереди. И бросать не люблю гантели, но вариантов просто нет, потому что реально. Вот чуть тянущее движение вниз. А жать, вот реально, никаких проблем нету. Вот даже думаю, может лучше сейчас еще раз тут сделать, пока есть силы, и пойти на штангу. Штангу поднимать с пола не нужно, а на стойках сразу нажимовое движение выходить. И хочется, и колется, и мамка не велит. И с одной стороны боль, с другой стороны очень четкие, понятные ощущения для грудных в жиме гантелями. Но, наверное, рисковать не стоит, поэтому еще подход здесь. На один сокращу и добавим сегодня в программу жим штанги под наклоном, который вообще не планировался изначально. Ух, блин, ребят, кстати, широчайшую, как я сказал, что неудачно поставил. Постепенно приходит боль. Обратите внимание, опускаю я именно в жиме под наклоном штангу на ключице и не прогибаю поясницу. Кто встает в мостик в наклонном жиме, вы делаете горизонтальный сразу. Я в руке чувствую провал. Динамический. Что-то там все-таки побаливает. Ну, фигня. Вот, в общем. Подготовка идет, ребят. Значит, хорошо. Я доволен формой. За 4 недели до турнира она очень адекватная. Сейчас, наверное, фоточки прикреплю или видео домашнее. А может даже хватит себе батареи, которой не хватит, скорее всего, она уже мигает. Мы просто с Лехой решились основной техники. Сейчас снимаем на GX7 маленький Canon. Но скоро возьмем такую вот камеру, чтобы вообще как Спилберг будет. Или этот Тинтобрас. Леха еще не определился с бюджетонаполняющим направлением видеосъемок. Вот. По питанию довольно комфортно. Очень много в эту подовку ем говядины. Удалось найти супер крутую говядину аргентинскую по адекватной цене. Потому что реальная цена мне неадекватная, даже не буду говорить сколько, чтобы вы там меня сейчас не закидали помидорами. У меня обходится она условно дешево. Вот, ем ее много. Чувствую, что это влияет на форму просто космически. Основные источники белка — это, понятно, протеин, это яичные белки, это говядина. Красную рыбу ем раза сейчас 3-4 в неделю, грамм по 300, при этом омеги-3 пью много, это порядка 20 капсул в день, 10 капсул цела в день, 10-15 грамм лецитина, 5-10 грамм МСТ масла, то есть по жирам даже из БАДов жиров очень много идет, плюс из еды растительные масла большим объемом фата заливаю, это вот в последнее время была бутылка, у меня литр кунжутного масла закончился, сейчас я открыл литр масла авокадо, чередую, одновременно разные не открываю масла, потому что, ребят, масла нужно съедать быстро, потому что все-таки они прогоркают после старта, соприкосновения с кислородом после скрытия. Об этом не забывайте. Если пьете особенно льняное масло супер полезное, но быстрее всех портится. Покупайте только маленькую тару, маленькие бутылочки, потому что пили большую, обязаны выпить за дней 10-14.
при хранении в холодильнике. Если не в холодильнике, то еще быстрее портится льняное масло. Но так растительные масла нужны, важны. Употребляю много. По БАДам, ну, там все довольно стандартно, наверное, может быть, мы даже отдельно снимем, потому что их реально много, прямо много, но это позволяет поддерживать эффективность высокую, потому что на работе, ну, космос, что творится, растем, растут все направления, взяли, кстати, еще 8 гектаров земли под Питером, поэтому, друзья мои, можете директ писать, кому интересно, направление ПТ-дворца, Фонтанов, Ломоносов, Низина, 15 минут от города, где-то 90 домов будет, наверное, построено загородных. Так, кому это интересно, недвижимость для себя, для жилья, очень рекомендую, место реально хорошее и незагруженное направление. И остальных дел, куча работы. Спасибо вам, ребят, что вы поддерживаете, что вы с нами. Так, подход делаем. Вес не добавляю, потому что на самом деле жимов уже хватило тяжело. И спина чувствует себя некомфортно, поэтому подконтрольно. Взялся узковато, ребят, видите? Узко взялся, чувствую трицепс. Ну и грудь, конечно, но и трицепс. Следующий подход, он пошире. Таким образом понимаю, что именно сжатие в конце амплитуды груди сильнее, чем при более широком хвате, поэтому тут нужно лавировать. Ну, просто поверьте, гантели 50 для меня сейчас довольно-таки тяжело, мало углеводов, поэтому два подхода с полтинниками, 4 разминочных. Тоже там не пенопластными гантелями. Нагрузки хватило. Возьмусь пошире. Еще два подхода жима под оконом. Но потом вы увидите. Если что, на тапах снимем конец ролика. Не знаю, нахера мы снимаем тут все подходы? Ну да ладно. Я сразу без отдыха идем и тащим эти блины на жим в тренажере. Вот, кстати, вот этот блинчик нести в таком положении, даже в руке, и не особо-то и больно. То есть спину небольшими весами на лямках, я думаю, смогу тренировать даже с учетом повреждения. Поэтому нормально. Конечно, это в плюс не пойдет никаким образом, но за 4 недели уже прям сильно не накачаешься. В плане сохранения мышц нагрузки хватит. Очень прикольно здесь выталкивать по ногами. Вот эта штука. В таких случаях, как у меня, когда есть повреждения, то есть мне вот выводить было бы некомфортно большой вес. А с такой штукой прям здорово. Просто на слушке реально момент такой есть резкого отключения сил, не хватает возобновления АТФ, креатин фосфата, гликоген кончается быстрее, ты работаешь, хоп, и все, и стоп. Передохнешь, по ощущениям, будто бы все, стартовые ресурсы восстанавливаются, начинаешь, как вот работаешь, весьма интенсивно, и не чувствуется там где-то вот эта грань, когда энергия кончается, и ты все, мышца не сокращается. Вот. Так, норм. Пожар приятный, удобный. Абсолютно не то. Работать нравится. Тут еще два подхода. Потом изоляция. Не знаю, наверное, классическая бабочка будет. Кстати, еще тренажерчики с бабочкой, но я думаю, сегодня. А может, отойдем, посмотрим. Сейчас позанимались. Вот.
И вообще время идет, она была такая огромная, резиновая, а сейчас уже помягче. А так, вот смотрите, вот тут венозность, не знаю, показывает камера, не показывает, да? И вот тут, вот, степень типа оттока в данный момент. А было просто вообще гладкое-гладкое. Мазал эти, знаете, которые от синяков всякие мази не помогает. Свято верил, плачал, что просто ударился, вот просто ударил, просто синяк. От запястья до локтя. Но не просто снег оказался. Ладно. Пройдет, зарастет. Реально не сильно мешает. И даже боль, ну вот, встану в утягу не поделаю. Может, подтягиваться не смогу. А может, кстати, и смогу. Я еще не пробовал. Если лямками, бинтами кислыми примотаться, может быть, и хватит терпения и их того, насколько они снимают нагрузку с предплечья. Вот. И, кстати, вот в плане восстановления, по ощущениям уже готов, попробуем поработать. Перехватимся пошире. Можно сделать еще пару раз. Ну, три повторения. Если перевести в полную, то полтора. Но тоже неплохо, на полтора раза больше. Это, если, допустим, получается вот там всего 12 повторений и почти 10%. А это, на самом деле, куча. Фу. Ну, опять, начнем с узкой постановки. Полуповторение. Кстати, ребята, да, момент важный. Грудные особенно сильно работают как раз в грудными частями амплитуды. Чем мы дальше распрямляем руки, тем сильнее начинает ассоциировать у нас уже трицепс. Поэтому полуповторы в нижней части амплитуды вполне себе адекватно и актуальная, скажем, нагрузка, чтобы догрузить грудные. Ты не можешь уже полностью отработать полноценное повторение. Вот я сейчас сделал. Да, в принципе, ни разу не мог до конца выжить. Еще 6 полуповторов, это много. Это реально много, и не упускайте возможность повысить КПД тренировочного процесса. Закончили жимы. Сейчас протестим по ощущениям бабочку с фиксированным локтем. То есть это фиг-дек. Сейчас сразу пошлите, сейчас пока болтаю. А широчайшая так болит, что мне руку больно поднимать. Сейчас мы будем еще в конце делать пулловеры, чтобы нагнать крови в спину и лучше рассасывать. Будет очень удачно. Уши чуть не выпал. Это еще вопрос к тому, что почему я ругаюсь на эргономику эту. Я просто не понимаю, как за 20 тысяч могут быть наушники, которые попадают из ушей. Они, блядь, должны зал хвататься, блядь, кофе наливать, мне еще миньет делать. Вот эти. Опять же, к вопросу о рычаге. Это удобно. Положение подушки потом разберемся. Надо было выше садиться. Такой уставший, представляете, что мы должны тут сделать. Комфортно, низко. Скажете, плохому танцору яйца мешают? Я бы сказал, что мне не мешают, но я просто не танцор. Хотя, кстати, может кто-то не знает элемент моей биографии. 3 года бальных танцев в начальной школе. В общем, руку ложить больно. Рука на подушке находится. Это, конечно, никак травматически не скажется, но именно в плане нагрузки, давления присутствует. Thank you.
Пусть на картинке не сказано, что так можно делать, но он будет чувствоваться отлично. Если могу начать выше на одно деление, то возможно. Будет идеально. Пьем водичку. Жарко немного, ребят. Видите, плюс 30 с копейками, наверное. В зале плюс-минус неплохо, ну, если по-честному, но все равно. Жажда усиленная, какое-то отделение чувствуется. Сбрось, потому что не двигается, или я настолько устал, что уже не важно с кем весом, закислился. Особо прям дикого закисления нет ощущений. Через 19 минут надо быть в офисе, в зал рядом с офисом, поэтому сразу без отдыха. Свинил, надо закачать, что я там. Попробуем передать в экскурсии, смотрите, что я потом. А может быть, в следующем ролике снимем за спиной, чтобы вы понимали, после уклона левая широчайшая была бордово-фиолетового цвета. Я представить себе не могу, куда я там попал. Сейчас я прям чувствую ограничение в подвижности. У меня мыслей нет. Кстати, если у вас есть мысли, куда я там засадил, или вы с таким сталкивались, то напишите в комментах. Правда, как бы, ну, пока есть беспокойство. Радует одно. Всегда ты в кроссовочке, цвет с футболочкой. Вот. А ты, может, просто сейчас кровью выгоняем. У кого что, возник вопрос. Что же такое делает Руслан, друзья мои? Вот это движение, видите, да, подтягивающее, это как узкая тяга сверху. Работа широчайшая, причем у меня очень хорошо включаются, рук, бицепс я практически не чувствую. Для меня это невероятно эффективное движение. Что я делаю еще? Видите, в нижней точке я скручиваюсь. Одновременно получаю нагрузку на мышцы кора, на межрезерные, на пресс, и когда я свожу, скручиваюсь, у меня места крепления широчайшие. Плечевой кости оказываются низко и ближе к самой широчайшей. Усиливается амплитуда движения. Сокращение в этом моменте может быть сильнее, чем сокращение в таком положении. Поэтому такое, весьма функциональное, универсальное движение. Для лентяев вроде меня, кто пресс качать не любит, но надо делать, надо. Нужно получить общую, легкую, объемную, кровенаполняющую нагрузку на широчайшие мышцы спины. Двигаться. Могу, делать могу, в левой руке ощущение онемения, они присутствовали и от травмы, от этой, которая есть, и от неудачной инъекции начальшего, поэтому получаем в итоге, эти ебаные неудачные. Увеличиваем вес. Но, к слову сказать, наушники крепкие, они очень часто выпадают из головы на пол. Еще ни разу, соответственно, не развалились. Спину поделали, жжение усиливается. Был себя в раздевалке, на самом деле. Было дико плохо, грудь подбросало.
Боль была страшная. Надиктовал Лехе сообщение, кинул в телегу голосовое, потому что были предпосылки по ощущениям, что могу, ну честно, от боли думал, в обморок попаду. Страшно было, больно. Леха минут, наверное, через две или через три, я не знаю, как он пришел, на самом деле, у меня так счет времени был немного стер. Но когда Леха пришел, мне, на самом деле, полегчало немного, но я думал, что могу вырубиться. На момент записи я уже сел просто потому, что понимал, что могу упасть. Это хотелось, я не знаю, крутиться, лечь, сесть, не знаю, что сделать. Это очень было больно. Сейчас после начала движения боль начала возвращаться. Но, видимо, нужно, думаю, нужно догнать кровь. Может, дебильная мысль, да? Сделаем и узнаем. Вот. Так что приключенец. У него заплатки фиолетово-красного цвета. Вот тот террор, который стоит. Вот такого была цвета одна широчайшая, а вторая в идеале. Естественно, ставил одно и то же пополам. Все хорошо, мы прорвемся, скоро турнир, Португалия открыта, мало того, прямые билеты, Москва, Лиссабон уже куплены, обратно еще нет, потому что у меня, возможно, будут дела в Европе, и Ромка полетит в Португалии домой, я, возможно, полечу там с пересадочками по делам, потом вернусь в Россию. Фу, хочется протеина выпить холодненького, потом я поем, очень хочется протеиновых батончиков, друзья мои, у нас в генетике вышли батоны. По моему нику Инстаграма, мой промокод RussellSuper, на сайте geneticlab.ru можно приобрести всю нашу продукцию со скидкой 15%. Доставка будет бесплатная от 2000 рублей в пункт вывоза, поэтому я искренне прошу покупать генетик в магазинах спортивного питания, либо на нашем сайте напрямую. Отвечу почему. Мне очень не нравится нынешняя политика Wildberries с количеством упаковки. Мы должны засовывать нашу продукцию в пакет, а потом еще оборачивать в курочную пленку. Количество полиэтилена, отходов, которые они заставляют нас засорять планету, катастрофическое, я считаю. Поэтому, если вы можете что-то купить в магазине в вашем городе, либо заказать от нас напрямую, я буду признателен. Скажу вам честно, разницы в прибыли для компании GetFlat нет. Нам одинаково выгодно, что вы купите на сайте у нас, что у партнеров, что в e-commerce. Но определенная социальная ответственность просит меня, вынуждает меня обратиться к вам с просьбой покупать через сайт. Потому что мы это упакуем в одну картонную коробку с минимальными затратами скотча. Больше стоит просто, чтобы вы получили самый качественный продукт в этой стране, который мы производим. Я думаю, что он и зачастую будет качественнее, чем большинство брендов импортного происхождения, даже самых топовых. Я вам лично отвечаю за качество продукции. Короче, все знаете, блин, переработка, вторсырье, это важно. Это важно не сейчас вам, важно, может быть, вообще детям ваших детей. Еще опять мои старкорские штуки начались. Если ролик понравился, ставьте палец вверх. Если впервые на канале, подпишитесь. Если вы досмотрели ролик, и вы вдруг не поняли, кто я, и мы не знакомы, то я Рустам Халецкий. Вице-чемпион международного классика, финалист чемпионата России, нет мастера спорта России по бодибилдингу, мастер спорта Киргизии по бодибилдингу, бронзовый призер Romanian Muscle Fest, основатель, создатель компании Genetic Club и одного из крупнейших предприятий в области спортивного питания, пищевки, БАД в России. У нас огромная команда, которая работает на вас, на самом деле для вас, поэтому спасибо, что посмотрели, вы все знаете, комментарии вниз. Хорошо вам лето.